давайте я теперь попробую вам рассказать, как подкладывается в некий общий контекст, какие там можно оценки пополучать, что-нибудь даже докажем. Сейчас сформулирую общую постановку вопроса, введу нужное обозначение. Давайте возьмем вот здесь вот, произведем некоторый замен. А именно 20 человек мы заменим абстрактным символом N. Просто есть какие-то N людей. Мир же клином не сошелся на числе 20. Мало ли сколько людей захотят поехать на самом деле на Олимпиаду. Если она там в Австралии, где-нибудь в каком-нибудь очень интересном месте, то, наверное, захочет очень много народа. Я бы с удовольствием в Австралию сейчас съездил. Хорошее место. Вот эти вот шестерочки мы с вами заменим на K. K это у нас будет количество наилучших товарищей, которых мы отбираем для, ну, по предмету. Вот. А самих предметов, вот тут и тут надо заменить количество, я обозначу буковкой S. Итого у нас есть S K элементных подмножеств. N элементного множества. И нам хочется найти как можно меньшее множество S большое, которое каждый из них пересекает. Вот давайте назовем системой общих представителей, системой общих, а кратко будем писать просто SOP. Ну, чтобы не рисовать каждый раз систему общих представителей, это целая история. Значит, давайте назовем SOP, систему общих представителей, для системы или совокупности множеств, для системы множеств, обозначим ее M полиграфической, для системы множеств M1 и так далее, MS, множество прямые, а вся система, составленная из них, обозначена каллиграфической буквой M. Назовем систему общих представителей, системы множеств M, такое подмножество S большое из 1, 2 и так далее, N, что M первое пересечет с S большое пусто и так далее, M S маленькое, пересеченное с S большим и пусто. Так, переводим на некоторое время дыхание и спрашиваем у слушателей, понимают ли они, что я сейчас обозначил, систему общих представителей, это и есть, по сути, любая команда, которую можно было бы теоретически отправить на Олимпиаду. Но пока не минимальная, пока просто любая. Например, в качестве такой системы общих представителей можно взять просто множество, состоящее из наших N-элементов. В этом определении ничего про минимальность не сказано. Сказано только, что мы должны выбрать по представителю из каждого множества. Ну ладно, мы можем всех отправить на Олимпиаду и успокоиться. Это тоже система общих представителей. Но она дурацкая, потому что в Австралию ты столько народу не отправишь. Все захотят, а стоит дорого. Надо кого-то отбирать, надо минимальность. Поэтому давайте введем такое обозначение. Ну, я в этом месте всегда использовал греческие символы. Я понимаю, что люди могут немножко расстроиться. Или вы не пугаетесь греческих букв? Нет? Ничего, не страшно? Ну, я думаю, что надо учиться, да. Есть такая буковка, называется тау. Так читается тау. Греческая буква тау. Она более-менее стандартна в этом месте. Давайте введем такое обозначение. Тау от M каллиграфическое, то есть вот от этой совокупности, составленной из множеств. Тау от M каллиграфическое, это есть мощность. Слово мощность, повторяю, означает просто количество элементов. То есть не пугайтесь, мощность это размер, сколько элементов есть в множестве. Мощность самой маленькой. СОП для данной совокупности M красивых. Мощность самой маленькой СОП. Первый вопрос. А самая маленькая СОП, она единственная или нет вообще? Может ли быть
быть ситуация, когда вот эта самая маленькая СОП, мощность которой мы сейчас обозначили за тау, она не одна, а несколько. Это важно. Вещь, я понимаю. А пример? По-моему, очень просто. Смотрите, есть два множества. Две сардельки, они вообще не пересекаются. Они вообще не пересекаются. Сколько у них есть наименьших СОП? Какого они размера? Что? Ноль СОП? Так, вот для двух множеств. Что такое СОП? Что такое система общих представителей для двух непересекающихся множеств? Разве вот эти два товарища не являются системой представителей для этих двух множеств? Являются. Непонятно? Да, вот эти двое являются. Хорошо. А вот эти вот, хорошо, да, вот так. А вот эти двое, они являются? Ну, тоже являются и так далее. Там как куча этих пар, и они все наименьшие. То есть, вот эта вот самая маленькая СОП для М, она отнюдь не единственная, их может быть огромное количество. Но мощность ее, количество элементов в ней, в данном случае равное двойке, вот оно однозначно определено. Тау от М в данном случае равняется двойке, но эта двойка достигается на большом разнообразии этих самых СОП. Отлично. Все, через такое обозначение, в дальнейшем хотим его как-нибудь оценивать, хотим понять, какие можно гарантировать размеры для наименьших систем общих представителей. А с другой стороны, хотим строить какие-то примеры совокупности множеств, которые имеют заведомо большую тау. Ну, точно так, как это было в нашем конкретном примере, когда n равнялось 20, k равнялось 6 и s равнялось 18. В том примере мы и верхнюю оценку получили, и нижнюю оценку с помощью некоторой явной конструкции предъявили. Все у нас вот так вот замечательно получилось. Вот. Ну, хочется в общем случае тоже какие-то оценки получить. И это серьезная наука, этим занимаются, потому что это очень много где приложено. В самых разных задачах. Например, в комбинаторной геометрии есть приложения очень интересные, а есть, например, в теории чисел. Но об этом я сказать не успею.